Кульминация организованной войны, длившейся 10 тысяч лет, явилось создание боевых роботов, бронированных машин, сочетающих в себе подвижность, силу и тяжелое вооружение. От 10 до 20 метров высотой типичный боевой робот смутно напоминает гуманоида, мифического стального гиганта, ставшего явью. Самые легкие весят 20 тонн, самые тяжелые 50 и более. Сам боевой робот похож на железное чудовище, ощетинившееся лазерами, протонными пушками, ракетометами, автопушками и пулеметами. Боевой робот – это ходячая, громыхающая смерть для любой небронированной армии, с которой приключилось настолько сильное умственное расстройство, что она вступила в бой с такой боевой машиной. Традиционная военно-тактическая мысль говорит о том, что лучший способ сразиться с боевым роботом – это послать в бой с ним другого боевого робота. Желательно побольше, помощнее и с более толстой шкурой, то бишь броней. Сойдясь вместе, монстры могут часами ковырять друг друга, выжидая, пока противник не совершит одну, первую и последнюю роковую оплошность. Каждый ждет того неизбежного переломного момента, когда у врага на мгновение сдадут нервы или откажет какая-нибудь часть туловища. Произойдет потеря бдительности или инициативы. Вот тогда-то можно наносить решающий удар. В начале 31-го столетия между 5 главными домами лордов-наследников идет война за контроль исследованного космоса. На данный момент установлен паритет. С одной стороны, Капеллановская конфедерация дома Лиао, Лига свободных миров дома Марина, дом Куриты. С другой стороны, неугомонный альянс Федерации Солнц дома Девиона и Федеративного Содружества дома Штайнера. Вокруг этих колоссов роятся меньшие дома, державы, союзы, различные проходимцы, коммерсанты и бандюги. Всех их лорды-наследники стараются подкормить, подмазать или силой заставить работать на себя. Но пока что, спустя столетия непрекращающейся войны, явного преимущества нет ни на одной стороне. Война идет полным ходом. Колоссы грызутся между собой в руинах бывшей гордой галактической цивилизации. Подобно двум одинаковым боевым роботам, силы сторон настолько уравновесились, что никто пока не может перейти тот жизненно важный критический рубеж. Но политики, ведущие войну, давно уже уяснили себе главный военный принцип, такой же старый, как и сама война. То, чего нельзя добиться силой оружия, можно достичь коварством, предательством и ударом кинжала из-под тишка. Николай Аристобулос. Баланс террора. История войн за наследие.